В Дагавпилсе прошел парад невест. Репортаж с места события прислали наши корреспонденты из Латвии. На протяжении недели город Даугавпилс праздновал свой 739-й день рождения. По недавно установленной традиции, праздновать день города начали в его микрорайонах. Эта традиция нравится горожанам, потому что позволяет им ощутить атмосферу праздника, как говорится, не выходя из дома. Церемония открытия праздника началась с торжественного шествия. В нем участвовали городские предприятия, школы и учреждения. Еще одна добрая традиция города – парад невест. Около 100 невест пошли парадом по улицам города. Самый любимый женский наряд надели красавицы в возрасте от 8 до 54 лет. Праздником, горожане! Мы не На сценах города выступали исполнители вокальных студий, артисты цирка, танцоры и различные знаменитости Латвии. Спортивные состязания, выставки, традиционная ярмарка, порадовавшая разнообразием товаров и услуг, принесли радость не только взрослым, но и детям. Одним из главных событий праздника стал концерт российской группы «Би-2», который собрал около 15 тысяч горожан и гостей Даугавпилса. Специально для благих новостей Виктория Спорона-Худаян и Генрих Мейнард, Латвия, Даугавпилс.